В Махачкале приостановили на 3 дня работу всех детсадов после массового отравления детей. Кроме того, во всех общеобразовательных учреждениях на этот же срок приостановлена организация питания в начальных классах. Об этом сообщили в управлении образования столицы. Меры приняты после вспышки острой кишечной инфекции, после которой были госпитализированы несколько десятков детей. Причины произошедшего устанавливают специалисты Роспотребнадзора. Следственные органы возбудили уголовное дело.